Администрация президента США Дональда Трампа не испытывает желания ввязываться в торговые войны. Об этом американский министр финансов Стивен Мнучин заявил после встречи в Берлине с главой Минфина Германии Вольфгангом Шойбле. Мнучин отметил, что с его точки зрения США и Германия должны работать над тем, чтобы их торговля, которая, по его словам, характеризуется большим перевесом в пользу ФРГ, была более сбалансированной и справедливой. Мы не хотим ввязываться в торговые войны. Наше стремление заключается в том, чтобы разобраться, где есть несбалансированные торговые отношения, посмотреть на проблемы. Есть смысл пересмотреть некоторые вещи в нашей экономической политике. Мнучин отметил, что президент США Дональд Трамп верит в свободную торговлю, но она должна быть справедливой. В немецком Баден-Бадене в пятницу открылся саммит министров финансов и управляющих центробанками стран Большой Двадцатки. Вопросы свободной торговли в центре внимания. Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурия заявил: с самого начала на полях саммита мы говорим о торговле как о составляющем элементе экономического роста. Просто элементе, который способен также помешать притоку инвестиций, необходимых для будущего роста. На этом фоне министр экономики и энергетики Германии Бригитта Ципрес в интервью местным СМИ заявила, что Берлин не исключает возможность подачи иска в ВТО против США, если Вашингтон примет решение о повышении налогов на импорт товаров и услуг.